Всем привет! Очередная посылка из Китая, на этот раз магазина Tiny Deal. Не знаю, что это за посылка, я заказывал несколько. Мне кажется, это мелкая. Да, это она. Стоимостью в районе $10. Давайте посмотрим, что у нас в ней. Сейчас мы все это достанем. Tiny Deal не положил никаких подарочков. Итак, у нас здесь адаптеры для симок. Стоимостью 90 центов. Магнитные кольца на пальце, волшебные, от которых можно похудеть, перестать есть. Бред, на самом деле, конечно. Но люди верят. Тоже стоит в районе доллара. Потом у нас крышечки. Тут у нас 6 штук. Крышечки на пиво, на всякие такие вот напитки. Чехол для айфона белый, флип-чехол. Качество, на самом деле, довольно-таки слабенькое. Своих денег не стоит. Стоит он, я убрал за $3 или $4. Итак, и последнее, что заказывал, это гидрогель. Здесь у нас 9 пакетиков стоимостью $1. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В общем-то все, ребят. Ссылочки будут в описании. А на этом все. С вами был Стинки. Всем удачи и пока.